Эй, просыпайся. Опять замечтался, что ли? Весь мать, вечно в облаках витаешь. Пошел бы лучше... Всем привет. С вами Однорукий Борис и Колбасун в тяжелых доспехах с огромным мечом двуручным. Вот. В прошлой серии... Это наставник. Мы победили с вами оборотня белого. Вот. И сейчас нам... Добро пожаловать. Возьми задание арены. Вот. Сейчас нам нужно взять задание арены. Посмотрим. Так. И как всегда, светлая сторона, темная сторона. Заработай деньги и славу в схватках на арене. Бойня. Убей всех стражников и торговцев в холмовом поле. Вот. Ну, естественно, я возьму арену. Ну, в этот раз я думаю, что обеты я брать не буду. Вот. Он довольно-таки добродушен. Вот. И сейчас мы с вами телепортируемся. По-моему... Да. Ведьмин портал. Телепортируемся сюда, и оттуда мы как раз дойдем до арены. Достаем меч. Так, ребята, здравствуйте. Так, нам нужно идти вон по карте как раз по этой дороге. Не, в спину бить это, конечно, очень-очень. Как я их двоих ушатал. Получил. Бах. Ну-ка. Так, добить тебя надо. Так, у вас ничего тут не выпало. Нет, ребят. Нет, ничего не выпало. Так. Отлично. Ой, тут врагов-то сколько. Специальное предложение, сэр. Ну-ка. Что тут у тебя есть?
Ну, на самом деле, ничего такого особенного. Если что, я тут, видите, написано ущерб 30 и в скобочках минус 112. Вот, в скобочках показано, насколько, ну, насколько слабее или сильнее ущерб, который наносит оружие. Если со знаком минус, то значит ущерб меньше. Вот. И если вот так вот быстренько я... Ну, если вот так вот быстренько просмотреть, то у всех оружий ущерб меньше, чем у моего меча. Ты убил легендарного белого оборотня? Да. Ну, теперь тебе прямая дорога на мир. Это было... Попробуй поднять боевой множитель еще выше. А что это у нас вот, вот здесь? Ведьмина пещера. Интересно. Грибы светящиеся. Ну-ка. Увы, но ты не нашел ничего достойного внимания. Так, друг. Сундук закрыт. Чтобы его открыть, нужно 15 ключей. А у меня сколько ключей? Ну-ка, имущество. Вещи. Прочее. Ключ. 8 ключей. Возможно, я сюда вернусь. Так, интересно, что тут еще такого? Открытый сундук. Наверное, я тут уже был. Да, звука нет, только капающая вода. И тут сундук открытый. Да, скорее всего, я тут был. Если такие сундуки открыты, то значит, действительно был. Так, ну ладно. Выходим отсюда. Здесь нам делать... Не, тут враги у нас опять появились. Я об этом совсем забыл. А что значит, как бы мне играть? Забыл, что из, когда выходишь из локации, сразу же появляются противники. Собственно, я таким вот образом качался на хобах, по-моему. О, концы. А что там золото валялось? Подбираем золото. Ну, тут на самом деле золото не было никому уже нужно, поэтому заберем его себе. Вы знаете, возможно,
посмотрим, что в этой серии я сделаю. Сразимся бок о бок во имя добра. Нет, друг, извиняюсь. Воевать мы с тобой пока не будем вместе. Он просто силач. Нормально. Нормально. Давай, мужик, вытаскивай. Нормально. Подожди немного, герой. Все должны попробовать. Ну-ка, может быть, сейчас получится. Давай, ты сможешь. Не повезло, герой. Может, в другой раз. Да. Тебе нужен свежий воздух и упражнения. Да, ребят, разойдитесь. Ладно, тогда этот меч вытащим в следующий раз. Наверное, когда я прокачаюсь. Так, пришли на ведьмино озеро. Ага. Ну, я вижу, там у нас два противника, ребята, посторонитесь. Ой-ой-ой, это же вот эти вот. Ой, они же скелеты пристают. Замочили. Ваша светлость, вы прям как Божье благословение. Ну ладно. Жалко, конечно, что я не смог уберечь двух торговцев или кто они там. Ну-ка. Пришли. Интересно.
Так. Слышу гул трибун. Все хорошо, колбасун? Это колбасун. Классное прозвище. Так. Ой, не туда нажал. Рад вам услужить. Приобрести. Страхолюд смертоносный. Пилигрим, гладиатор, ловкач. Не. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил... не хочу. Мини свои. Ух, ура! Неужели ни одного билета не осталось? Вы зритель или участник? Участник? Тогда вам нужно приглашение от гильдии, как и всем. Вы уже... Прошу прощения. Можете заходить в любое время. Какой... Сюда, пожалуйста. Какой он вежливый. Для обещания. Добро пожаловать в палату героев. Идите за мной, я вас отведу в тренировочный зал. По-моему, история здешняя зря пропадает. Первые Бывали герои арены. Шевелить. Наше наследие. А зрителям что? А ничего. Не нужна им история. Им нынешних героев подавай. Я так думаю, у каждой эпохи свои герои. Глубокая мысль. Можете меня цитировать. Глубокая мысль. Можете меня цитировать. Отлично. Я все... Так вот и говорю. Добро пожаловать на нашу арену. Какой мужик, кстати. Сперва насчет правил. С повестным глазу. Всю свою силушку могучую рекомендую для самой арены поберечь. А ежели тут кто драку учинить вздумает, огребет у меня по полной. Ясно? Во-вторых, насчет выхода. Выходить с арены дозволено только между схватками. Рот, там уже черти что творится! Ладно, ты, хамелеон, ты здесь давно уж трешься, так что первый бой сегодня твой. Вперед и с песней. Нет проблем, это запросто. Какой, значит, блин, как очередь твоя мужик пройдет, я ими объявлю, а ты уже выходи. Да иди через те же ворота, что и наш друг хамелеон. На арене ты сразишься с противниками со всего Альбиона. За каждую группу врагов положены призовые, ну и за следующий раунд награда тоже вырастет. Твоя задача – продержаться как можно дольше и огрести кучу денег. Коли захочешь, можешь вернуться сюда, зелий там прикупить или еще чего. Но тогда и призовые тебе за следующий раунд с нуля посчитают. И что еще хуже, публика решит, что ты трус. Настоящим героям бегать так не пристало. Но все ж с отдыхом или без, а коли всю программу отработаешь и Ава душу не отдашь, специальный приз получишь от Джека из тени. Так что иди, покажи, на что ты способен, потешь публику и умри, коль придется. Достойно. Вот так. Остальные вот ждут своей очереди. Я прям слышу... Хозяин! Ух ты! Я прям слышу гул арены, слышите? Ух ты! Чудесно! Ух ты! Так, ну-ка. Уху! Ага, все, я вспомнил. Пробел нажимаем и... И концентрируемся на одном персонаже. Хал я тебе, колбасу! Извини, не представился. У нас тут полные трибуны, и все жаждут крови. Я Рот. За порядком тут приглядываю. Понадобится дельный совет, не робей. Приходи и спрашивай. А чё ты тут такой интеллигентный-то на арене? Чудесно! Я-то думал, тут будут вообще такие отмороженные, грубые мужичьё. А тут интеллигентные такие все прям. Не, я вас пока не выпущу, там еще хамелеона не добили. Надеюсь, вы-то получше него драться будете. Какой-то крик был сейчас. Эй, Рот, плохие новости. Хамелеон, он вроде, ну, это, мертв. Что? Уже? Вот дебил. Так, мужики, походу хамелеон всего 3 раунда протянул. Позорище. Короче, там 5000 зрителей, и нам срочно нужен доброволец. Я новенький, доброволец. Ты как? Да, возьмите меня. Скажешь Эллу, у ворот который,
Он тебя выпустит на арену. Да, я готов. Готов куда идти? А можно чудесную кружку? Ух ты! Кому там черепа крошить надо? Ну хорошо, могу вас выпустить. Вы точно готовы? Да. Да, готов. А, выпускай, первый скорее. Раунд. Говорят, жуткое дело просто. Выпускай скорее. Жуткое. Это ты здорово, Ал. Жуткое. Да хватит болтать-то. Давайте. Дался хочу. Дамы и господа, перед вами Колбасун! Прославившийся в бою при Яблочном дворе и сразивший бывшего героя по прозвищу Два Ножа! Как и все наши отважные участники, новичок мечтает о большом призе сегодняшнего дня, представленном самим Джеком из Тени! Первый раунд! Где мы старый противник? Любимец арены! Осиный рой! Осиный рой? Ух ты, а я слышу, что тоже жук такой. Три! Два! Что раз! Тут? Старт! Ой. Три! Два! Раз! Старт! Ух ты, там большая такая, здоровая! Красиво! Три! Два! Раз! Что-то пока легко. Старт! Бой они получают 100 монет, а приз за следующий раунд 500 монет. Пока все просто. Твой приз составляет 100 золотых. Хочешь перейти к следующему раунду? Конечно. Пусть он новичок на арене, но он выстоял первый раунд. Хех. Посмотрим, как он справится со вторым. Любимцы кому-то очень публики, нравится, как я дерусь. Жестокие, вонючие хоппы. Три, два, раз, старт! Можете новые! Ой, твою сейчас. Три, два, раз. Так, давайте я тебя прибью. О, готов. Вот эти сильные поводы, сейчас я... Надо их, наверное, сначала убить, потому что они... довольно-таки... бесячие. Тебе сейчас. Три, два, раз, старт. Так, сразу побежал к нему. Yeah.
Сильно ранен. У тебя есть лекарство или нет? Так, отлично. За жизнью-то я не следил. Промазал. Ну что, остались только мы с тобой. Так. И это... Так, тут оказалось, что звук игры был намного громче, чем я. За это пардоньте, пожалуйста. Вот. Я даже, наверное, сейчас сделаю потише. Вот, собственно, сделал потише. Я надеюсь, что меня было все-таки слышно. По крайней мере, до момента с ареной. Вот. Собственно, продолжим, наверное, да? Они заработали 600 монет, а в следующем раунде их ждет еще 1000! 1000 монет? Конечно. Так, тут, похоже, все равно громко. Дамы и господа, пришло время командных боев. Командные бои? Это же... Виспер, здорово! Вместе вдвоем победить оборотней! 3, 2, 1, старт! А чё так? Разберемся. Бах. Так, припрыгал, да? Бах тебе! 3, 2, 1, старт! Ух, налетели-то как! Ой-ой-ой, тут же этот белый! Собрать опыт, и, видимо, это не очень хорошая затея, да? Тут мелкого надо так, забомбить. Забомбили. Так. Ой-ой-ой.
Да ладно, он сам себя убьет, ребят. Главное вот в эту мясорубку его закинуть. Ой-ой-ой, сам сейчас под нее попал. Бах! Так, вот так. Да что ты в меня кидаешься, Виспер? О, мясорубка, сдавай, здорово. Эть. Так, я отходим. А, уже. Давай, иди сюда. Так. Так, давай, давай. Ой, теперь целых два белых, нифига себе. Ох. Так, надо сначала замочить белых, вот этих вот простых, потому что... Потому что, блин, они слабенькие. И их много, и лучше от них сразу избавиться. Да дай мне собрать опыт. Так, вот там Виспер зажали. Так, один маленький готов. Второй. Нет, не готов ты, да? Так, теперь готов. Так, помогаем Виспер теперь. Бах. Получил, да? В жбан. По хребту, ну. Ты, блин, какой, а? Что ты на меня рычишь? Так. Что это двое на меня-то? Что началось-то? Нормально общались? Почему? Так. Готов. По хребту. На, получай. Ну.
Хантер, давай, помогай. Опа. Все, давай сюда. Конечно, сам попал под раздачу. Так, твой приз составляет 1600. А, ну давайте, мне интересно. В том раунде, дамы и господа, эти двое славно потрудились. Похлопаем им! А следующий раунд – сенсация этого года. Я никогда так не умел свистеть, вот как этот мужик только что свистел. О чем я? Нежить! О, нежить! Три-два раз. Ну, где это нежить? О! Так она же простая, ребята. Простая нежить. Вон я двоих уже развалил. Это третий был. Сейчас как танк попрусь. Там кто-то уже посильнее. Так. Так. Ой, тут уже, да, тут два больших и сильных скелета. Так, мелкий, иди отсюда. Так. Тут уже вижу, ребята посерьезнее пошли, да? Ах ты! Бил мою атаку, да? Так. Блин, вот без всяких случаев, да. Так, я просто хотел взять денежку, и я ее взял. Так, готов один. Уиспер, ну-ка. Ой, тут все сложные, да? Так. Бах. Отходим. Ой-ой-ой. Можно было по этим жахнуть. Так, моя любимая тактика это влезть в толпу и получать леща. Так, дайте мне... Так, я взял золото, которое там лежало. Этого я почти убил. Так. Бах! Это стоит 2000 монет! Более чем! Они
сдадутся ли они на следующий раунд с наградой 3000? 3000! Твой приз составляет 3600 золотых. Хочешь перейти к следующему раунду? Конечно. Страсти накаляются. Мы потеряли уже троих героев, а выжившим есть от чего понервничать. Пятый раунд, и вот они. Освобожденные из камеры смертников, встречайте! Разбойники из шайки черной руки. Три, два, раз. Ну, где вы? Так, ну пока... Пока легко. Так, тебя добить надо, друг. Тут уже сильнее пошли потихонечку, да? Так, второй ко мне подходит. Хитрец. С двуручником-то, наверное, легко тут. Так, сейчас золото. Бах тебе. Три, два, раз, старт. Так, ребята. Так, один готов, по-моему. Что-то меня, блин, бьют. Похоже, если кто и огребает, то это я. Ну давай, лечись ты. Так, все, нормально. На самом деле, я тут что-то на самом деле затупил. Я просто пытался полечиться и немножко растерялся. Два раз. Раз. Ну-ка. Ребята, что ж вы такие жесткие? Слушай, ты что-то как-то... На тебе. Так. Ну, отлично. Так, с этими, я думаю, разберусь быстро.
Получай, на. Ну что, давайте, следующий раунд, да. Наши герои легко расправились с осами, разбойниками, хоппами, оборотнями и даже нежитью. Что же дальше? Какая опасность подстерегает теперь неустрашимых бойцов? Да мне самому интересно. Тролли. Ой-ой-ой. Неужели это то, о чем я думаю? Да. Да. Так. Мне тут прилетело, понимаешь? Так, давайте попробуем. Так, один готов. Я думал, ты не попадешь. Так, ну, по крайней мере, я рядом с тобой. Нет, уже не настолько рядом, чтобы... Так. Ну, мне нужно было нанести всего лишь один удар. Давай, Виспер, мочи его. Я его отвлекаю, ты давай, мочи. По крайней мере, я подлечился. Ну-ка. А? Ну-ка, на тебя, получай. Виспер, ты что? Упоролась? Хотим? Конечно, хотим. Положение бойцов очень серьезное. Мы все видим, какое напряжение они испытывают. Но что отделяет наших героев от победы? Что это? Огромные валуны? Нет, это каменные тролли Станат и Гроин. Три! Так, какие-то еще тролли, да? Серьезные, да? Ух, ё-моё, ну-ка. Ой-ой-ой, вот это... Так, ну, по крайней мере, одного коцаем. Коцаем. Бах.
это просто, блин, бомбардировка какая-то. Ну, по крайней мере, я хоть успеваю нанести ему какой-то урон. Блин, да что там Виспер делает? Пускай его отвлекает. Так, осталось тут чуть-чуть, да, чтобы его добить. Но я до него просто тупо не могу дойти, ребят. Так, один готов. Он мне даже не дает до мешка золотом дойти. Что? Что, друг? Неожиданно, да? Сейчас я тебя, друган, покромсаю. Если ты меня не покромсаешь впервые. Ой, прямо под эту, подставил. Так, жахнул его по ноге. Блять, не успел, не успел. Виспер там, наверное, занимается своими делами. Так. Быстро-быстро подходим. Умри ты уже, ну. Есть, умер, по-моему. Да, мы его победили. Победили! Ура! И еще 8 тысяч золотых! Они получили 18 600 монет! И остался последний раунд! Стоит ли жизнь еще 10 тысяч? Я думаю, стоит сходить... Кто-кто? Покраснело все, надо же. Раз, старт. О-о-о. Какая хрень. О-о-о, серьезно. Серьезно. Так. На тебе. Так, он ко мне повернулся. Это... Чувствую, что это... плохо. Так, вылез. Мочим. Так, подбегаем. И по жопе его. Так. Ой-ой-ой.
Так, пока его колбасит. Ну, этих ребят очень легко победить. Отлично, вылез друг наш. Так, получай, получай. Победили? Арена сегодня обанкротится! Это еще 10 тысяч монет! Итог — огромная сумма в 28 600 монет! У нас два победителя! Потрясающе! Так что же будет? Два победителя, а приз всего один? Драться за приз! Сегодня у нас... А кто это вверху там стоит? Это тот самый, единственный герой героев — Джек из Тени. Интересно. Я вернулся. После многих лет разлуки, Джек из Тени снова с вами. Это суровый. Особый приз, и смерть станет наградой проигравшему. Что это они затеяли? Так да, я тоже что-то не хочу ее. Но убивать тебя не стану. Только я тоже ее убивать не хочу. Мы пришли, чтобы устроить шоу, и мы его устроим. Поехали! Так. Какая она, блин, ловкая, а? Ну, зато у меня есть. Она, как она до меня добралась, а? Да у меня тяжелые доспехи, подруга. Ты со мной в ближнем бою не это. Конечно, это нечестно лечиться. Она-то не лечится. Так, где она? Вот она. Так, вот она. Ненавижу этих тварей. И
Ты что, меня тварью назвала? Господа, вот и наш победитель! Все, что осталось, нанести последний удар и большой приз его! Но сделает ли он это? Конечно нет, вы что? Уиспер или презреет свою победу? Не надо, малыш. Мы же договорились. Просто уйди. Мы же договорились. Хватит драться. Не, друзья, я этого делать не буду. Я лучше полечусь. Я больше не могу. Ты победил. Вон, полечу себе ману. Собственно, вот. Леди, ему просто повезло. Он всего лишь... А, вот и вы. Герой, о котором все говорят. Я впечатлена. А такое не часто случается. Но я забыла представиться. Я Леди Грей, мэр Бауэрстоуна. Я вижу, вы достойный человек. Заходите ко мне в гости в особняк на севере Бауэрстоуна. Интересно. Леди. Если бы вы только... Громобой, мне надоели твои вопли. Надоела твоя ревность. Время твоей славы давно прошло. Ты должен с этим смириться. Так вот, герой, я надеюсь, вы примете мое приглашение. Нам нужно многое обсудить. Это еще не все. Молодая кровь льется не хуже любой другой. И скоро прольется. С ума сойти! Я отведу вас обратно в палату героев. Кто-кто, а вы-то достойны стоять с ними рядом. Кстати, кого-то вы мне напоминаете из тех, кто здесь когда-то дрался. Лет уже много прошло, но звали ее вроде Скарлетт Роу. Да, точно. Слыхали про такую? Хотя вряд ли. Вас еще и на свете не было. Вот тут справа, если посмотрите, ее статуя. Первая женщина, чемпионка арены. Она была славным героем. Такая же мягкосердечная. Но всему своя цена. Последняя битва сильно изменила ее. Теперь она живет вдали от людей, сломленная тем, что не смогла спасти своих близких. И все же ты здесь. Я знал, что однажды ее сын придет сюда. Это у тебя в крови. И у твоей сестры. Тебе стоит привести ее сюда. Я так хочу, чтобы вы оба встретились со своей матерью. Только представь, как она будет рада! Вот кем была на самом деле его мать. Скарлетт Роу, гроза оборотней. Одна из величайших героинь Альбиона. Но самая славная из ее битв стала для нее последней. Попав в засаду оборотней, Скарлетт перебила их всех, но и сама пала израненная среди тел врагов. Там она и умерла бы, но Борм, простой и добрый лесоруб, нашел ее и выходил. Они поженились, и у них родилась девочка, а потом мальчик. Сражения для нее остались в прошлом. Что бы ты ни решил, ты заслужил печать чемпиона. Тебя повсюду будут узнавать как победителя арены. И это откроет тебе вход в северный Бауэрстоун. Печать не теряй, она бесценна. Вот так вот. Вот так. Эй, ты! Тебя
ждет в доме семьи Грей. Теперь ты очень знаменитый герой. Да ну, пожалуй, он неплохо справился. Теперь я очень знаменитый герой. Так, тут было очень громко. Ну что ж, меня ждет сестра в доме Грей. Так. Хм. Да, давайте встретимся с ней быстренько. Только для этого я сейчас статус героя посмотрю, задание. Ой-ой-ой, не туда, не туда. Обретение Терезы. Встретиться с Терезой в доме семьи Грей. Это интересно. Оказывается, вот у нас мать жива, помимо помимо сестры. Так, давайте я сначала в гильдию героев сгоняю. Вот. И посмотрю, что у меня вкачалось. О, телосложение. Я даже не знаю. Давайте телосложение. Нет, не уверен. Попробуем магию. Тоже нет, да? Здесь. И здесь тоже нет. Давайте попробуем телосложение, с телосложением прокачанным пойти и вытащить меч. Так. Давайте ведьмин портал. Да. И посмотрим, что я буду делать дальше. Я хоть и сказал, что заглянем к сестре потом, но... Ух ты. Передавай скорую. Так. Так, ребят, так сколько у вас тут? Так, я там что-то заметил. Вот, кусты. Есть, сломал. Ну-ка. Откроем, посмотрим, что там. Зелье воскрешения. Класс. Нужная вещь. Что-то еще взял с пола. Так, ладно. Идем дальше. Нет.
Еще ребята. Здрасте. В спину меня расстреляли, да? Ну, последний остался. Все. Так. Просто интересно, я же прокачиваюсь. Я же типа, мне же типа сильный персонаж. Кстати, да, проходить через этих ребят опять. Но зато опыт получил. Так, этот готов. Блин, они какие-то сложные, реально. Даже не сложные. Но что-то я от них удары пропускаю на раз-два. О, бандитики обычные. Бах. Получил. Какая мощь. Да, я мощный. Так. Так, вот. Вот, дошли до этого храма. И попробуем. Попробуем сейчас вытащить меч. Так, давайте я попробую сейчас его вытащить. Ну-ка. Ни пуха, ни пера. Посмотрим, как герой справится. Ну-ка, давай. Ах ты ведь, жалко. Не получилось пока что. Да, жалко. По-моему, тебе не хватает силы. В другой раз бы еще. Ладно. Я думаю, что на этом серию можно закончить. А, не вытащили мы меч. Вот, давайте я еще раз посмотрю, можно ли мне там что-то прокачать. Так, физическая сила. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, если я буду проходить дальше, все это дело у меня прокачается, и я смогу вытащить меч. Ну что ж, с вами был Однорукий Борис, с вами был Колбасун, великий герой, в
тяжелых доспехах, в шлеме. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. А теперь ступай и веди себя хорошо.